Под повреждением, смотрите. Любая экспертиза докажет, что вы ударили. Волна идет. Эмоциональная реакция водителей вполне объяснима. Ни один из них не хотел признавать свою вину. Владелец Ниссана утверждал, что ехал со стороны Кремля и собирался повернуть, как неожиданно на его пути возникла Шкода. Не успел даже руль повернуть, свист и по касательной. Вот меня тут кто-то, видимо, решил проехать по полосе. Не знаю, как он летел бешеный, потому что ребята остановились тут передо мной в момент после удара. Сказали, что он их там подрезал, говорит, как шашки играл, говорит, из одной полосы в другую, говорит, перестраивался. Видимо, тут тоже решил как-то перестроиться. И вот по касательной задел, и вот его откинуло на ограждение. Водитель «Шкоды» рассказал свою версию произошедшего. По его словам, Nissan ехал по проспекту Ибрагимова и начал разворачиваться. Стремительно преодолев сразу несколько полос, японская иномарка направилась в сторону улицы Черноморская. В этот момент справа от внедорожника ехала «Шкода». Молодой человек попытался избежать удара, но не смог. Выехал на мою полосу, тем самым меня подрезав. Я пытался уйти от удара. Перестроился на автобусную полосу. Он следом за мной стал дальше подрезать меня. И вот произошел удар. Меня отбросил вот в отбойник. В результате ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, виновником аварии признали водителя Ниссана, так как он не убедился в безопасности своего маневра и тем самым спровоцировал удар. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».